Тент на ровном месте. Делаем треногу. Кладем поперечину. Две треноги у нас получается. И четырьмя колышками растягиваем. Здесь ставим колышки, чтобы поднять края. Это у нас регулируется выше, ниже, в зависимости от солнца. Сучки по возможности оставляем. На них можно вешать всякую всячину. И плюс установки тента на треногу, мы всегда можем отрегулировать его высоту. То есть поднять треногу, опустить треногу. Не проблема.